Что у нас там по времени? Еще 15 минут. Нормально? Ну вот, это Калинкин спел длинную песню, и я спою длинную песню. Так он серьезно, а я шуточную. Она называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Она была написана в два приема. Первый прием при жизни Леонида Ильича Брежнева, которого эта песня упоминается. А второй я уже дописал после смерти дорогого Леонида Ильича. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, называя Захиршах и высочество, и брат. Мы ему завод плотину, мы даем ему угля. Да, любили мы скотину Захиршаха короля. До зубов вооружили, утопи его хором. А вообще неплохо жили с этим самым Захиром. И целуясь с господами, тот, кто нынче выше всех, заложил кирпич фундамент под капульский политех. Но история как средство по весоме кирпича. Где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дали маху сей революционер. Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, целовал у драба лично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, но целуем, словно брата, Нура-Мура, дараки. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет, грамотей. Из казны, как из кармана, много капнул на детей. И партийные разлады непутево примерял. Расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы и день с ним дружили, но готовили полки. А вообще неплохо жили с Нуром-Муром, дороги. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех Вира Нурмал или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССР был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой слово лучшего дружка и зарыл тарачью тушку среди афганского песка. Мы, конечно, телеграмму, мол, Амин Хафизулла, мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, но согласно узам дружбы можем денег предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойнее жить. В общем, жили мы неплохо и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио врубили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на бобра как арбаля. Правда, он буржуй прожженный, подчинист и пустобрев, но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, где сидел он вечно пьяный с важной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров. Войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше, в нашей в собственной стране, весь, как говорится, вышел и в кремлевской лег в стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка. Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака. Долго думали, однако, во все стороны поля, за Боброва, за Бобрака, за Калюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле. То Андропов, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Для каждой той заразы здесь сломали кучи дров. Дожидаясь приказа, он пришел, прощай, Бобров. Без подушки и без пули тихо сделали дела. Глядь, уже сидит в Кабуле особист Наджибулла. Правда, в университете он учится на врача, и людей на белом свете часто резал сгоряча, возглавляя орган хата, это ихний комитет. Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном, нормальный малый, мы с ним многое смогли бы, да в
Кремле пятно восстало, до свидания, наджип. Отоварили чекушки и афгашки, кто имел в Харатоне или в пушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, коль приказ дурацкий дан, мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, и строчим из пулеметов на гражданской, на войне. Веселятся демократы, президент кричит «Ура!» А по-моему, ребята, шахануть их всех пора.